Жительница Бобруйска Анна Алексеева признается, что иметь большую семью она мечтала с детства. Сегодня ее желание воплотилось в реальность. Анна – счастливая мама 6 детей, 4 мальчиков и 2 девочек. Старшему сыну 14 лет, а самому маленькому всего 3 месяца. Я сама из большой семьи, у меня мама 5 детей. И у меня была такая мечта, чтобы у меня была огромная семья. Мы с мужем очень любим детей, и мы гордимся ими. По словам Анны, материнство дает понять, что такое любовь, забота и настоящая семья. Сегодня она в числе 4 бобруйчанок, которым вручили орден матери. Такой высокой награды удостаиваются женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей. Приятное волнительное награждение, цветы и праздничный концерт. Со сцены в адрес виновниц торжества прозвучало много теплых слов и пожеланий. Одно слово, которое для нас является самым-самым близким, это слово «мама». Действительно, с вас начинается жизнь. И поэтому, чтобы не говорить долго, потому что про вас можно говорить часами, я скажу лишь одно. Большое вам спасибо, что вы есть. С праздником. Женщин по красоте, по своей, сравнивают с цветами. Но цветы по сравнению с вами ничто в том отношении, что они имеют свойство увядать. А женское обаяние, женская привлекательность, она... постоянно. Всего Бобруйске ордена матери удостоены 123 женщины. Их каждодневный труд бесценен. Его невозможно измерить никакими материальными средствами. Каждая вложила в воспитание детей немало труда и сил. Поэтому государство старается оказать им всяческую поддержку. А главной наградой для мам были и остаются улыбки их детей. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.